Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Это устройство Sony Xperia XZ2, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить резервное копирование Google. Открываем приложение настройки, спускаемся вниз и выбираем пункт Google. После чего спускаемся вниз опять и нажимаем на кнопочку резервное копирование. Если у вас здесь нет доступа, недоступно резервное копирование, тогда вам нужно будет нажать на кнопочку «Добавить аккаунт». Выбираете аккаунт, через который будет выполняться резервное копирование, и все. У меня сейчас создается резервное копирование автоматически, поэтому я не могу нажать на кнопку «Начать копирование». Но если у вас не было включено ранее резервное копирование, значит, у вас эта кнопка будет активная. Если вы только что включите эту функцию, значит, у вас автоматически тоже начнется резервное копирование. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.